В каждом из нас спит гений, но у бойцов иногда просыпается идиот, который совершает поступки, на которые стыдно смотреть. Но, к сожалению, современные единоборства без этого уже не могут. Привет, санцеликие хризантемы! С вами Федорович, а в этой подборке мы посмотрим на бойцов, которые забывали, что они бойцы, и совершали действия, за которые было бы стыдно даже навозному жуку. Каждый безработный алкаш становится идеальным человеком, когда проходит собеседование на ликероводочный завод. А в последнее время каждый боец хочет показать, какой он крутой именно на взвешивании и пресс-конференции, а не в самом поединке, где зачастую такие павлины превращаются в битых собак. Я сын. 85 points. Two. Yes, okay. After a bad night's rest, Marino is not amused. Don't touch, don't touch, stay up. Hey! And the fight breaks out. Hey, 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 hey. Los, Marino. Los, hey. Zij toch niet aankomen. Okay. Кто знает, не говорит, а делает. Это точно можно сказать про толковых бойцов. Но когда человек не может контролировать эмоции, он превращается в беспринципного зверя, который готов на все ради победы. Поединок между Энди Ван Стином и Ноу Чабоном из бойцовского шоу превратился в настоящий уличный замес, в котором пацаны забыли про правила и бойцовскую честь, а перешли на личности и грязные удары. Но боец не прекрасная вишня, которая отцветает за три дня. Он всегда должен оставаться бойцом, в любой ситуации, следуя пути воина. Шоу Infusion, прямая трансляция. Один участник решил объяснить второму, что он не прав. Но беда в том, что это не школа, и здесь нету ботаников, а каждый пацан толковый боец. Поэтому любое выяснение отношений сразу перерастает в драку. Let's go.
Жизнь бывает грустной, но зато зарплата всегда смешная. Так и у бойцов. Начало может быть дерзким, а конец боя очень грустным. Особенно, когда один из них так жаждет победы, что готов пойти на все ради нее. Как Андре в поединке против Атмуи. Отличная комбинация чернокожего бойца заставила противника улететь в канаты. Но это не остановило африканского охотника за головами. И он нанес сокер-кик прямо в открытую голову оппонента, прекрасно понимая, что делает. Тигр должен беречь свою шкуру, а человек – имя. Но в современном мире боевых искусств бойцы об этом часто забывают, опускаясь до грязного трэш-тока. Но самые дерзколицые идут дальше и переходят в рукопашку еще до боя, как эти два красавца на турнире Enfusion. Обычное взвешивание и битва взглядов превратились в массовую заварушку и выяснением отношений до боя. Кстати, это неплохой вариант, когда знаешь, что проиграешь. На взвешивании бьешь противника заточкой в бок, а потом всем рассказываешь, что он зассал. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Пускай соблюдают бойцовскую честь и ни в коем случае не применяют грязные удары против своих заклятых врагов. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, успокойся, успокойся. Защита! Нога где-то, просто переваривайся. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.